Да, что-то какой-то гибрид. Какой-то гибрид. Еще а самое смешное, что у белки он даже два. Потом, кто тебя тренирует? Мастер спорта. Слушай, мне глубоко начхать на его звание. Имя и фамилия есть. Алексей Крупко. Хорошо. А что, знаете, сказал моя фамилия? А какая разница, твое звание или имя фамилия? Тебе все равно это ни о чем не говорит. Ладно, забудь. Катка жесткая. Это жесткая катка без комментариев. Конь А4. No comment. Ничья. Конь С3. Повторение. Это не Кирилл. Конь С3. Повторение. Я хочу ничью. Зачем? Конь С3. Повторение. Быстрая ничья. И что тебе с нее будет? Может, денег заплатить. Может, да. Может, я денег поставил. Будет ничья. Я не хочу ничью. Да, если ты понимаешь, что у меня хуже, блин, я все равно не хочу ничью. Я хочу выиграть. Готово, я понимаю, что у меня лучше, но не хочу ничью. Да, удивительно. Два максималиста. Вот, ребята, сразу видно, вы не прошарены. Спокойненько ничейку откатали и все. Не надо ни с кем отношения портить. Жертву ферзя за ладью и коня. Чё? Чего? Что же ты делал? А слон G4 будет исполнено? Что? Шах. Ну так просто, без фигурки. Вам шах, гроссмейстер. Короче, да. Ой-ой-ой. Так, ну давай, погнали. Давайте еще у партии сейчас типа Найдерфа или что-то. Давай Найдерфа, хорошо, только вызов кинь. Я кинул. Ну давай, разыгрывай. Вряд Найдерфа в исполнении. Талантливого молодого шахматиста из Украины. Раузер? Не хочу Раузер. Не люблю Раузер. Да, поэтому надо сразу загнуться. Не, а конечно не. Ну, по моему. Не, ну обычно все на B2 бьют, это считается будет основное. Да на B2 я не хочу в эту теорию вселить. Это все выглядит подозрительно. Я согласен. Как-то это все выглядит жбанно. У меня жбанно. Жбанно даже? Я предпочитаю термин подозрительно. Угу. Мне как-то подозрительно жбанно. Ой. Подозрительно жбанно. B4 он умер. Ты точно подозрительно. Слоупок. Красиво, кстати. Ну, мне придется, видимо. А, у меня ферзь c6 еще есть ход. Ай-яй-яй-яй. Катастрофа в дебюте, тун-дун. Не, красиво. Так, поэтому. Надо собраться, опять. Давай теперь я на это хочу один. О. На самом деле, я кроме Гамбит Мора, по секрету скажу, особо ничего не играю. Сыграй что-нибудь.
попеть их. Это хочу получить что-то типа Рогозина. Ой, не бей, пожалуйста. Вот это было убого только что. Давай я попробую отобрать эту пешку. Почему бы и нет? Ну, как, здесь это как-то должно... Что-то тут должно быть такое. Что-то такое... Может и нет, кстати. Такой боевой шахматик. Ну, взял. И сразу мне вспоминается ролик, как тебе Петя там проиграл буквально там в минуту. И там такое и название «Боевой шахматист». Да, вот ты тоже боевой шахматист. Да. Тоже должен проиграть за минуту для полного соответствия. Да не, спасибо, я еще хочу немножко поиграть. Я не такой боевой шахматист, как ты эти все это. А как играть Фержич? Ой-ой-ой. Так, тут происходит что-то непонятное. По-моему, мне все отдали только что. А, наоборот, у меня все съели. У тебя была оценка позиции, была дохода. Слон Е7, минус 5. Ну сейчас жестко. Не говори оценку позиции так же, ну, Делфи. Тем более, во-первых, движок тупой, во-вторых, так неинтересно играть. Да, абсолютно, да. Я вообще хочу, чтобы ты смотрел без этого, без движка. Чтобы я смотрел без движка? Ну да. Почему? Ну, движок, он читерский. Я же вам не подсказываю. Ты мне не... Движок, он читерский, вообще супер размер. Все фигуры висят, вообще позиции. Странная позиция, в общем. Вот я сейчас, вот он поднимет мегаход. Я ж просил без подсказки. Так нет, так этот ход я видел. Тогда о чем туда вообще думать? Я смотрю, что дальше. А, да, здесь, конечно, есть на что посмотреть. Да, прикольно. У черных лишняя фигура. Ну, была только сейчас. Оценка позиции плюс 6. Всего лишь плюс 6. Тогда мы побоим. А на кого я обманываю? Было минус 5, стало плюс 6. Вот это уболоки, если... Да. Ай, какая победа! На ЛК вышли. Да, только вот это. Минус 5 по пути. Немножко портит впечатление.